барабанщик, я сам гитарист, но я этого не буду отрицать. Вот, вы это поняли, надеюсь. И хочу сказать, что у нас сегодня ритм-секцию ведет, вот просто начинает и ведет до последнего момента приглашенный гость. Специальный гость, как принято это писать на афишах. Гитарист таких групп, как «Город 312». Ой, гитарист, я про себя. Барабанщик таких групп, как «Город 312». Знаете такую группу? Мэтт Файл. Не знаю, кстати. И отдаем. Вот. И мы хотели приветствовать и представить вам этого человека. Это Леонид Никонов. Пройди сюда, не надо стесняться. Работа музыкантов, вот, и просто безудержный темп вперед. Я хотел бы просто пару слов дать тебе, если, конечно, есть что сказать, и зрителям, нашим музыкантам. Хочу сказать большое спасибо ребятам из Rock'n'Pop, они проделывают такую колоссальную работу, и, конечно, вам, потому что это, наверное, самая большая аудитория, перед которой я когда-либо выступал, и самая благодарная. Спасибо большое, это был Леонид Никонов, и он продолжает играть вместе с нами. А дальше мы продолжим сет-лист наших песен и сыграем для вас Бон Джови!